Всем привет! До презентации iPhone 6 мало кому посчастливится увидеть его вживую, но только не нам. Дамы и господа, это настоящий iPhone 6, до болтика и до винтика. iPhone 6 получился именно таким, каким представлялся нам в образе макетов и утекших чертежей с деталями, это 100% так. Как и предполагалось, кнопка включения и выключения переместилась на боковую грань. И там ей самое место. Из-за того, что дисплей увеличился в размерах с 4 до 4,7 дюймов, вырос и сам телефон. По сравнению с iPhone 5s, iPhone 6 кажется нормальным для 2014 года гаджетом с вполне адекватными размерами. По сравнению с прошлой моделью, iPhone 6 уменьшился в толщину, но как следствие увеличился в ширину и высоту. Кстати, в руках у меня Space Gray. Цвет задней крышки iPhone 6 такой же, как у iPhone 5s. Это хорошо видно. К сожалению, заднее яблоко не стало светящимся. Но Apple вспомнили про iPhone 2G и сделали в iPhone 6 металлическое вырезное яблоко. И что интересно, само яблоко сделано из так называемого сплава металлов Liquid Metal. Это тот самый металл будущего. Его сложно поцарапать, он хорошо самовосстанавливается и отлично устойчив к коррозии. Как и ожидалось, корпус выполнен из сплавов алюминия. И в верхней и нижней части покрыт пластмассовыми вставками серого цвета. Там находятся антенны для приема сигнала. iPhone 6 имеет практически unibody корпус, как на MacBook. Он абсолютно цельный, и даже эта пластмасса сверху, она не разделяет корпус на части. Чтобы вы не думали, что это макет или подделка, мы разобрали iPhone 6. Это абсолютно оригинальный продукт. Системная плата и тому подобные вещи. Этот невероятный дисплей имеет все шлейфы. У нас также есть белый дисплей, который вполне себе симпатичный. Ну а на детальном рассмотрении можно заметить, что iPhone 6 работает на чипе Apple A8. На системной плате также обнаружен модуль NFC. Ура! Передняя часть корпуса как бы обтекаема, экран закруглен по краям, это невероятно красиво. Кстати, это не сапфир, к сожалению. Технологически такое сапфировое стекло сделать очень трудно и очень дорого. Это другое стекло, неизвестно какое, возможно, сэндвич из сапфира и закаленного стекла, но точно оно еще приятнее по ощущениям и еще прозрачнее. Кнопка Touch ID не выпуклая, и по размерам она сопоставима с iPhone 5s, но уменьшилось само кольцо в кнопке, а площадь сенсора увеличилась, и по сути Touch ID должен лучше работать. Если взглянуть на верхнюю часть панели, можно заметить, что FaceTime камера теперь находится не над динамиком, а сбоку, как это было у iPhone 4 и 4s. Ну а вообще, внешний iPhone 6 это большой iPod Touch 5-го поколения. Кнопки громкости на боковой грани такие же, нижняя часть динамики и микрофон, опять же идея подсмотрена у iPod. Lightning никуда не делся. Это именно он, без изменений. SIM-лоток справа остался, используется нано-SIM. Принцип действия у него такой же. Вспышка осталась двойной, она называется Truton. Многие беспокоились из-за этого, что она вновь круглая. Можете выдохнуть, внутри там две лампочки для контраста. А вот сама камера теперь выпирает из корпуса, как на iPod Touch. Радовать это вряд ли может, но модуль улучшили, и в такой тонкий корпус он не поместился, поэтому пришлось идти на жертвы. Вы хотите знать, как он лежит в руке? Он лежит круто, удобно, он действительно классный. Да, iPhone 6 будет взрывать рынок.